Участники акции «Дети вместо цветов» смогут помочь более 700 неизлечимо больным детям. Фонд помощи хосписам «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» проведут очередную акцию «Дети вместо цветов», передает «Правмир». Суть акции не меняется. Вместо дорогостоящих букетов на 1 сентября учителя, родители, школьники могут помочь неизлечимо больным детям по всей России. Средства, собранные во время акции, будут направлены на поддержку 500 подопечных детского хосписа «Дом с маяком» и 250 детей с неизлечимыми диагнозами по всей России, которые курирует фонд «Вера». Сэкономленные на цветах деньги пойдут на аппараты для дыхания, расходные материалы, коляски и кресла, лекарства и специальное питание для тяжело больных детей и обеспечат семьям психологическую и юридическую поддержку. В этом году организаторы не предлагают отказываться от букетов полностью. В качестве альтернативы они придумали сделать один общий букет от всего класса, который можно сложить по одному цветку от каждого ученика.